Всем привет, друзья! Давно не снимал сборок. Сегодня вот захотел я собрать колхиду. Старый набор АВД. Наверное, сейчас вряд ли такой, где можно купить. У меня он есть. У меня в запасах много чего есть. КСММ за 4502. Красить не буду. Вот именно так, как на коробке. Потому что зеленых колхид у меня куча целая. Не хочу больше зеленых колхид. Хочу с голубой кабиной, с коричневым кузовом. Краску я вам покажу. Красить буду в баллонах. Вот. Напомню, что за набор. Вот такие автомобили на другой стороне рекламировали коробки. Вот. И хочу собрать такую колхиду. Есть они готовые от автоистории, конечно, но мне хочется свое сделать. Еще в те времена не писали, какой инструмент надо применять, да? Но я вам напомню. И это вот этот инструмент основной для работы с моделями. Мачет. Сейчас посыпятся негативные возгласы, да? Но неважно. Да, еще знаете, что странно? Вроде в видео показываю все, но тем не менее задают одни и те же вопросы. Чем клеил, чем красил. Чем резал, где купил. Такое ощущение складывается, что видео смотрят на перемотке. Задают такие нелепые вопросы. Просмотры есть. Вроде все понятно. И тем не менее вопросы вот такие вот смешные. А это что, а это то. Ну короче, вот смотрите видео подробней. Не на перемотке, а целиком. Опять же скажу, что видео у меня не обучающее. Никого не обучаю, а просто показываю, что у меня получилось. Что тут обучаться-то, я не понимаю. Ну, клеить, красить все умеют, наверное. Главное, какой результат на выходе. Давайте покажу краску. Грунтовка вся та же самая, которую я пользуюсь. Это акриловый грунт Куда, красно-коричневый. Очень хороший грунт, быстро сохнет. Чтобы не спрашивали. Цвет кабины будет Maxi Color, такой голубой цвет. Тоже акрил быстро сохнет. Рама будет черный, тоже Maxi Color. Хорошая краска стала, между прочим, матовый. Матовый черный, быстро сохнет. Ну, есть такой запах у ней, конечно, специфический. Не отвратительный, но он такой, знаете, в душу лезет, как говорится. Кузов будет коричневый, вот такой Maxi Color. Ну, я бы не сказал, что она отвратительная краска по запаху. Нормальная, терпимо. Ну и вот хромированной части будет вот такой. В этот раз я не буду применять аэрограф, компрессор, а покрасим все баллонами. Давайте посмотрим, что в коробке. Я вот посмотрел, увидел, тут есть у меня некоторые детали поломанные. Например, вот брызговик на кронштейне. Он есть здесь. Вот он. В пакете валяется. Придется приклеивать, устанавливать деталь. Кузов, кабина, рама. Ну и вот еще небольшой пакет с деталями. Ну, конечно же, покрышки есть, ребят. Вот. Все, короче, набор комплектный. И вот приготовил я кубышечку для деталей. И сейчас начну нарезать. Конечно, буду использовать вот такой нехитрый, надежный инструмент от Мачете, бокореза. Очень хорошо режет, давно работаю. Да у многих он у вас есть. Я смотрю уже фотографии, видео. Иногда у вас мелькают вот эти вот щипчики в фотографиях, когда вы демонстрируете свои сборки. И у меня тоже есть. В общем, нарежем детали, будем клеить. А клеить мы будем вот этим клеем. Суперклей. Я вот как-то затарил в автомагазине, вот прям 4 штучки взял. Подорожал он, кстати. Вот, ну, а мы начинаем сборку. Отрежу я пакет ножницами. И будем кромсать. Отделять детали. Столько нас новинок впереди ждет. Ну, что-то смотрю, немногие, вернее,
не больно-то вот последние новинки АВД покупают. Я имею в виду вот эти вот Шкода Лиаз, да? Ну, наверное, все уже затарились. Вот ССМ, вот Автоистории. Других-то, по-моему, нет производителей. Вот отделил я часть кабины. Вот. Знаете что? Жду не дождусь, когда растает уже снег. Хочу поехать на коп с металлоискателем. Но опять же, ничего там найти. Просто хочу на природу рвануть уже. Надоел этот город. Может быть, видос поснимаю. Смотрю, не больно-то смотрят эти видосы. Ну, неважно. Смотрят, не смотрят. Я снимаю их для себя. Загружаю на YouTube. Почему? Ну, потому что удобно. Удобно мне, по крайней мере. Вот я пришел с работы. Хочется там посмотреть, где был, куда ездил. Чтобы не искать жесткий диск, все это подключать. Такая морока. Ну, я имею в виду из архива видео. Просто включил YouTube и тупо смотришь. Без всяких напрягов. И не болит голова, где там у тебя что лежит. Где жесткий диск, где провода, блин. Это так чисто для себя. Ну, а если кому-то интересно, смотрите что. Комментируйте. Пообщаемся на эту тему тоже. Вот. Жду не дождусь уже, когда придет весна. Присмотрел себе китайский металлодетектор. Хочу их попробовать. Тоже прикуплю, наверное. У меня уже есть два металлодетектора. Bounty Hunter. Вы видели, да? Хочу попробовать китайцев. Как они ищут. Так чисто из интереса. Ну, тоже такое, знаете, неплохое хобби. Можно и на металломе поднять небольшие деньги там. Ну, смотря как повезет. Да и так интересно. Посидеть у костра. Или приготовить что-нибудь на плитке. На газовой. Ну, короче, это отдых прежде всего. Никого в этих видео не хочу удивить, просто снимаю для себя, короче. Вот. Это мое второе хобби, скажем так. Моделизм, поиск с металлоискателем. Блин, интересно вообще, как-то это затягивает, засасывает. Хоть думаешь, там что-нибудь найдешь интересное. Ну, в итоге иногда что-нибудь попадается. В общем, сейчас нарежу и начнем на сборку с рамы. Да ну чё, вот собираю, начинаю собирать потихоньку. Надо установить заднюю подвеску. Редуктор с карданом. Короче, вот эту всю мелочевку восстановить. Деталь вот эту вот. Брызговик. Ну, я так понял, он крепится на раму. В заднюю часть. Вот. Ну, короче, сейчас я соберу. Хитрого ничего нету. При помощи клея. Ну, вот, собрал колесики. Кузов с кабиной помыл. Соберем, короче, вот сейчас шасси. Загрунтуем вот эти три основных детали. Ну и, в принципе, что там делов-то? Немного останется. Работаю. Собираю потихоньку. Вот, короче, собрал шасси. Сейчас, наверное, буду это грунтовать. Собрал вот механизм подъема кузова. Но здесь почему-то вот выскакивает цилиндр. Наверное, придется его вклеивать, скорее всего. Посмотрим. Потому что здесь вот крышечки никакой нету. Вклеим, посмотрим, может быть, перемычку какую сделаю. Ну, в наборе, в схеме тут ничего такого нету. Восстановил крыло, вот, крепление. Все это будет краситься, ставится, она будет вот сюда. Вот так будет стоять. Вот.
собрал двигатель, покрасим салон кабины. Вот был такой нюанс у меня при сборке, у меня рама одно ухо было вот так вот смотрел, и я не мог установить бампер, пришлось мне, короче, это аккуратненько выгнуть обратно. Примерял уже вот этот вот низ кабины, все подходит, все нормально. В общем, сейчас грунтовать буду вот этим грунтом, уже показывал куда, красно-коричневый, все детали. Ну и красить буду каждую деталь в свой цвет. Кабина, как я говорил, будет голубая, MaxiColor, кузов будет коричневый. Потому что уже зеленых у меня колхит много, не хочу зеленый. Ну, в общем, вот смотрите, что у меня получится при покраске. Прежде чем грунтовать, я вот установил подрамник, крылья, цилиндр я вклеил и замотал его изолентой, чтобы он не покрасился. Ну, короче, грунтую, покажу, как получилось уже, когда поставлены колеса. Помимо того, мне еще надо будет покрасить мотор и его установить. Ну, в общем, увидите уже готовое шасси с двигателем и с колесами. И загрунтую кабину с кузовом обязательно. Как вы видите, загрунтовал детали все основные. Не все, конечно. Что-то не буду красить. Например, вот эту вот мелочевку. И сейчас будем красить уже каждую деталь в свой цвет. Кузов коричневый, кабина голубая, рама черная. Салон тоже голубой, но там уже раскрасим по месту дверные карты и спальное место. В общем, сейчас иду красить. Ну, окрашу, наверное, сперва хромированные серебряные детали, двигатель, трубы выхлопные, ручки дверные. Вот, ну а потом уже все остальное. Смотрите, какая покраска у меня получилась. Ну, в общем, работа практически у меня сделана, друзья. Вот я собрал шасси нашей колхиды, все крутится, все установлено. Ну, конечно, кроме мелочевки задних фонарей, газ-номеров, кузов готовый тоже, покрашен. Вот что еще, салон вам покажу. Вот такой я сделал салон колхиды, раскрасил. Вот. Ну, наверное, кабина многим интересна. Кабина голубая. Осталось собрать и, в принципе, все, наверное, на этом. Не знаю, там что насчет декалей. Вот стекла я тоже прорисовал paint маркером. Вот, короче, осталось немножко. Это вот я сегодня где-то с 10 до 3 сделал. Ну, потому что краска быстро сохнет. Вот, поэтому такая скорость. Все дело в краске. Собирается здесь все быстро. Наборчик простой. И мы его с вами сейчас осилим. Да ну что, наверное, сейчас я уже поставлю кабину, кузов. Нет, сначала кузов. Потом будет кабину легче просто поставить. Ну и все, и там мелочевка разная установится. Все ставится легко, непринужденно и тоже не трудно. Наверное, покажу готовую уже машину вам. Да, еще такой момент. Стекла буду клеить на прозрачный клей для, вернее, клей для прозрачных деталей ZIP. Ну а поворотники и задние фонари, стоп-сигнал, вот эти лаки. Процесс несложный, тоже не буду показывать, ничего такого интересного в этом нет. Как мазать кисточкой, все знают, как это делать. В общем, покажу готовую машину вам. Ребят, собрал я свой КАЗ. Вот такой он у меня получился. По схеме окраски я вам говорил.
Ну, я посмотрел, в автоистории такого же цвета есть автомобили в продаже, масштабные модели. У меня получилось вот так. Есть, конечно, косячки у моего автомобиля, но они незначительные. Знаете, как будто я первый раз собирал, вот когда вот наклеивал всю мелочевку, думаю, блин, руки трясутся, глаза уже нифига не видят. Наверное, придется купить очки еще мощнее, потому что это вообще капец. По ощущениям, как будто я первый раз собирал вообще модель масштабную. Думаю, нифига себе, блин. Вот как может получиться, да? Раз и зрение село. Ну, у меня вот такой получился, не знаю, не на оценку, а просто показываю вам вот свой результат, что у меня получилось. Автомобиль имеет некоторые функции, поднимается кузов у ней на небольшой градус, поднимается, конечно же, кабина, вот так вот. Ну, там двигатель, я думаю, все знают, что за двигатель там стоит, все уже посмотрели, журналки повскрывали, и наверняка многие закупили эти наборы еще в те времена, тоже, наверное, собрали, но что-то в топ фоток мало было вот именно по самосвалам. В основном мелькали тягачи в сборках, а вот самосвал я еще не видел ни разу. ММЗ-шки у меня теперь две. Есть у меня еще вот от легендарных грузовиков вот такой зелок. А у него только поднимается кузов, и практически они вот на одном уровне у меня. Видите? Борт у моей Колхиды тоже, видите, поднимается. Ну, немножко я пережал шплинты, но ничего страшного, туговато, но открывается. Декали я, кстати, не клеил, номерные знаки не ставил, эмблема автопредприятий тоже. Почему? Да пока что не знаю, что я хочу, какой будет он принадлежать к какому предприятию или какому-то определенному региону, да, не знаю, ребят. Поэтому не наклеил. Ну, пусть пока машина будет такой пустой, чисто не принадлежащей ни к городу, ни к селу, как говорится. Вот и тоже вот ЗИЛ ММЗ, тоже у меня он пока чистый. У нас в деревне был такой, два штуки. Поэтому вот пока я ничего с ними не делаю. Думаю, как разработать эмблемы, где их достать, именно которые привязаны к моему региону. Пока что вот в раздумье, поэтому декали у меня вот они остались. Ну, тоже их никуда не дену. А вдруг передумаю и сделаю вот так, как рекомендовано нам на коробочке. Да? На коробочке у нас вообще зеленый вот он нарисован. Не знаю, видите, нет. Думаю, видите. Где купить, не знаю. По традиции дам вам ссылку. Дам вам ссылку на Ritmonix. На сборной модели АВД модуль, не знаю, может быть, перевыпустят или вообще без понятия. Поэтому покупайте автоистории, они есть. Есть они в Kios Collection, есть, по-моему, на Ritmonix. Да там, по-моему, даже ССМовские еще есть колхиды. Кому какая понравится. Вот, на этом все. Мы с вами увидим в следующих видео. Всем удачных сборок, покупок, новых моделей. Всем пока, ребят, всем удачи.